Друзья мои, всем огромный привет! Сегодня мы с вами находимся в магазине низких цен «Светофор». Это Ульяновская область, рабочий поселок Кузоватова. Посмотрим новинки и ассортимент. Точный адрес оставлю в описании. В продаже появился удлинитель силовой на 25 метров. Он черного цвета, одна розетка здесь максимальная. Мы подключаем мощность 1300 Вт, 6 ампер. Производитель Республика Беларусь. Стоимость 405,90. А еще в продаже есть светодиодный настенно-потолочный светильник от торговой марки D-Max. Он круглый, с мерцающим эффектом, мощность 48 Вт, световой поток здесь 4800 люмен, 16 режимов работы и пульт управления в комплекте. Посмотрите, как выглядит этот светильник, покажу вам. Так вот он выглядит, очень легкий, крепится к потолку. И также покажу пульт управления. Так выглядит пульт управления. Все очень просто, понятно. Стоимость 1079 рублей. В наличии есть кухонное полотенце, крупная вафля размером 40 на 60 сантиметров. Они изготовлены 100% хлопка, расцветка в ассортименте, цена 65. Также есть носочки женские, укороченные, спортивные. Три пары в спайке в составе 80% хлопок, 17% полиамида, 3% эластан. Изготовитель Московская область, Балашиха. Цена 76 рублей. Тельняшка мужская. Здесь, кстати, очень хорошего качества. Прям такие плотные, утепленные, они с начесом. Размеры есть разные. Изготовитель Узбекистан. В составе хлопок. Цена 303 рубля. Полотенце махровое, размером 70 на 130 сантиметров. В составе 100% хлопок. Здесь они в ассортименте. Изготовитель Узбекистан. Вижу три расцветочки. Цена 277. Подушка лебяжий пух, размером 70 на 70. Но такое прям наполнение. Очень тонкая подушка. Прям из трех можно одну собрать. Цена 269. В ассортименте по расцветке есть матрасы Холкон. Они размером 80 на 200 на 5 сантиметров. На матрасник съемный из микрофибры. Стоимость 1038 рублей, изготовитель Чебоксары. Также в наличии есть вот такие наборы ланчбоксов. Здесь три контейнера в наборе, закрываются крышечкой на защелке герметично. Объемы 800 мл, 1,5 литра и 2,5 литра. Изготовитель Россия. Стоимость набора 205 рублей. Также есть диспенсер для моющего средства для кухни. Так вот выглядит диспенсер. В комплекте идет губочка черного цвета, размер 14 на 9 на 11 сантиметров, работает от нажатия, цена 156. Кувшин для напитков стеклянный с полипропиленовой крышкой и со съемной ручкой. Цвет в ассортименте, объем 1,7 литра, изготовитель Гусь хрустальный. Стоимость 142 рубля. Смотрите, какие красивые эмалированные чайники есть в наличии. Чайник на 3,5 литра в ассортименте. Изготовитель город Магнитогорск. Все красивые. Стоимость 739 рублей. Электросушилка для грибов, ягод и фруктов. Называется капелька К700. Изготовитель город Санкт-Петербург. Объем 19 литров. Здесь 5 вот таких пластиковых ярусов диаметром 33 сантиметра. ТН мощностью 125 ватт. Работает бесшумно. Стоимость 1357. Миска для кухни в ассортименте по цвету. Объем 4 литра в составе пищевой пластик. Стоимость 50 рублей. А еще здесь в наличии есть сушилка для белья на радиатор отопления. Размер сушилки 45 на 23,5. Длина сушильного полотна 2 метра 25 сантиметров. И максимальная нагрузка 5 килограмм. Цена 152. Салатник Invitation объемом 2 литра. Изготовлен из натрия кальций-силикатного стекла. Диаметр 21,5 сантиметра. Стоимость 123 рубля. И есть салатники палитра. Так вот они выглядят. Объем 800 мл, диаметр 16 см. Изготовитель Гусь хрустальный. Здесь они, кстати, в ассортименте по расцветке. Стоимость 85 рублей. Смотрите-ка, что я здесь нашла. Это сифон мини, называется Виант. Он с литым выпуском и с решеткой из нержавеющей стали. А также гофротруба в комплекте 40 на 40 длиной 80 сантиметров. Изготовитель город Самара. Цена 180 рублей. В наличии есть стулья кухонные Стронг с максимальной нагрузкой 130 кг. Стоят они 964 рубля. Они на металлокаркасе с сиденьем из эко-кожи.
В наличии есть кондиционер для белья Bonix, защита цвета. На выбор есть два аромата: райская магнолия и северное сияние. Имеет антистатическую защиту и облегчает глажение. 3 литра объем, изготовитель Россия, цена 113,50. Еще один кондиционер для белья Glossy Line называется. Здесь объем 2 литра, тоже смягчает, освежает и облегчает глажение. Изготовитель Россия, имеется антистатический эффект. 2 упаковки на выбор, цена 74 рубля. Гель-концентрат для стирки цветного и белого белья BioFresh. Он с кондиционером, объем 3 литра, рассчитана упаковка на 46 стирок, цена 225 рублей. А еще в наличии есть таблетки для посуды мощных машин, называются они Good Helper. Они с антибактериальным эффектом, 30 штук в упаковочке, изготовитель город Подольск, цена 181,50. Еще одно средство для посуды мощных машин от торговой марки Mr. Des. Это порошок с активным кислородом, эффективно удаляет следы от чая, кофе и другие загрязнения. В упаковочке 800 грамм, это zip-пакет, изготовитель Россия, цена 53,90. Средство для стирки детского белья гель Baby. Можно использовать прямо с рождения, подходит для цветного и для белого белья, объем 2 литра, стоимость 186,50. Пятновыводитель, отбеливатель для цветного и белого белья, белизна Oxy Power, порошкообразный, упаковочки 500 грамм, изготовитель Россия, цена 56 рублей. А еще есть средство для чистки унитаза. Это средство с хлором, называется Комет, глубокое отбеливание. Объем 1 литр, стоимость 151 рубль. Масло моторное, всесезонное, Везер Платинум, 5W40, синтетика, 4 литра объем, изготовитель город Санкт-Петербург, цена 727. А еще есть масло моторное Ра-8, 10W40, тоже синтетика, объем 4 литра, изготовитель Россия, стоимость 545 рублей. И есть Синтек универсальный, 10W40, всесезонная, синтетика, 4 литра объем, цена 728 рублей. Оленина тушеная, консервы мясные, кусковые, стерилизованные. Продаются в металлической банке, 338 грамм, изготовитель Россия, Курган. Цена 131,50. В магазине Светофор есть в продаже тунец натуральный, кусочками, очень вкусный, мы покупали, нам понравился. Металлическая баночка, 250 грамм масса, изготовитель Русский рыбный мир, город Москва. Стоимость 84,50. И есть консервы из мяса птицы Чихахбили, семейный бюджет, тоже в металлической банке, 340 грамм, изготовитель Орловская область, город Пценск. Очень вкусные консервы, но масалки попадаются. Стоимость 80 рублей. Мясо со сладким перцем, традиционный рецепт, торговая марка Мясной Союз. Металлическая банка, 525 грамм, в составе перец сладкий, фарш куриный, картофель, лук репчатый, морковь, капуста, рис, вода, питьевая паста томатная, мука пшеничная, крахмал, кукурузное масло подсолнечное, соль и специи. Изготовитель Россия. Стоимость 98. И есть лечо по-болгарски, торговой марки Кубаночка. Продаются стеклянные банки, 720 грамм масса, изготовитель город Краснодар, цена 107,80. Еще одна закусочка из фасоли, называется Лобио, торговой марки Пиканта. Стеклянная банка, 700 грамм, изготовитель город Астрахань, стоимость 117 рублей.